Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал ребенок. По предварительным данным, сегодня около 14 часов 18 минут по улице Сомера двигался автомобиль Volkswagen под управлением 54-летнего водителя, которая допустила наезд на 12-летнего мальчика, который вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 12-летний школьник получил телесные повреждения. Уважаемые родители, учите своих детей, как грамотно и безопасно двигаться по проезжей части, так и вблизи нее. Опасно выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности. Будьте внимательны и будьте здоровы!